По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в Кемерове открылась 9-я международная православная выставка-ярмарка «Святая Русь. Великая Россия». В этом году выставка приурочена к двум знаменательным датам – тысячелетию представления святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы присутствуем на церемонии открытия православной выставки-ярмарки «Святая Русь. Великая Россия», где представлено множество храмов, множество монастырей нашей необъятной Родины, и не только нашей Родины, но и Новороссии, и Иерусалима, и Афона, где каждый может почерпнуть для себя кусочек того православия, которое несут наши братья и за Уралом, и в других странах, поделиться опытом, посмотреть, в чем же жизнь всего православия. Это же не только 2000-летняя история, это жизнь. Это жизнь, которая идет каждый день. К участию в выставочном форуме приглашены епархии, храмы, обители, издательства, паломнические службы, художественно-производственные мастерские, а также реставраторы, иконописцы, православные мастера, приюты и благотворительные фонды. Посетители выставки смогут помолиться у чудотворных икон и частиц мощей, приведенных из святых мест, пообщаться с настоятелями и священниками храмов и монастырей. После этой выставки мне кажется, что я летаю на крыльях, не хожу по земле. Я встречаю здесь знакомых священников, прошу благословения. Форум «Святая Русь. Великая Россия» является социальной площадкой для встречи единомышленников из территориально отдаленных уголков России и всего православного мира. В программе выставки традиционно организуются концерты, мастер-классы и лекции. В вечернее время пройдут семинары по православной психологии и образованию с профессором Петербургского университета, доктором психологических наук Марианной Дворецкой. На выставке мы стараемся ходить всегда для того, чтобы познакомиться с монастырями, о которых мы мало что знаем. Хотим подать записочки о своих близких, чтобы Бог всегда помнил о них. Выставка продлится с 17 по 23 декабря. Место ее проведения – торговый комплекс «Лапландия».